время суток, дорогие мои друзья, уважаемые подписчики и гости моего канала, и я, как всегда, рада встрече с вами. Добро пожаловать на канал «Новая жизнь в Анталии» Светлана Али. Сегодня для нашего канала особенный день. Наконец-то, спустя 1 год и 3 месяца, количество подписчиков достигло 1003 человек. Я благодарю всех вас, дорогие мои друзья, за то, что подписались на канал, за то, что просматриваете наши видео, с удовольствием комментируете их. Определенная планка была поставлена, этой планки мы достигли. Ну а дальше мы идем вперед. Планируем, конечно же, продолжать работу на нашем канале, не останавливаться на достигнутом, видоизменять наши сюжеты. Если какие-то есть пожелания, то мы с удовольствием примем их во внимание, ответим каждому зрителю, который заинтересован в том, что мы делаем. Еще пару лет тому назад я даже представить себе не могла, что моя жизнь перевернется на 180 градусов. О том, что волею судьбы я окажусь здесь, в Турции. О том, что моим супругом станет гражданин Турецкой Республики. И о том, что я начну выпускать видео на YouTube. Уж не знаю, достойны ли мы такого количества подписчиков, все ли мы правильно делаем, получается ли у нас. Но я думаю, что если бы не нравилось бы нашим зрителям то, что мы делаем, такое бы количество людей не стали нашими друзьями. Наверняка многие зрители думают, что снять видео и выложить в YouTube – это очень простое дело. На самом деле это не так. Для того, чтобы видео выпустить к зрителю, его необходимо снять, его необходимо смонтировать, отсмотреть, озвучить и так далее, и так далее, и так далее. Работы очень много. Иногда на создание одного видео уходит целый день. Поэтому вы не думаете, что так все это просто делается. И, конечно, каждый труд должен быть оценен. И я благодарю за ту оценку, которую вы нам дали, дорогие наши друзья. Ну а тем, кто сегодня впервые случайно заглянул на наш канал, хочу дать немного информации. Зовут меня Светлана, проживаю я в Турции, в городе Анталия, вместе со своим мужем. Мой муж турок. На своем канале мы рассказываем о турецком менталитете, обычаях, традициях, достопримечательностях не только города Анталии, но и Турецкой Республики. Конечно же, готовим вкуснейшую турецкую еду, делимся рецептами с вами. Поэтому, друзья, если вам интересно, присоединяйтесь, мы будем очень рады. Мы очень дружелюбные, коммуникабельные, любящие жизнь и людей. Поэтому, когда наши подписчики нам пишут, мы всегда этому очень радуемся, с удовольствием отвечаем на вопросы, комментарии. И, конечно же, если поступают предложения встретиться, то никогда не отказываемся от встречи с нашими подписчиками. Наши зрители задают нам вопросы, и чаще всего это происходит по электронной почте. Без внимания мы не оставляем ни одно сообщение, всегда мы даем ответы на те вопросы, которые волнуют людей. Но некоторые подписались на наш канал не так давно и, вероятно, не все видео наши просмотрели. За последние сутки в наш адрес поступило несколько сообщений, некоторые были опубликованы в комментариях под видео, на них я еще не успела ответить. Одним из вопросов, которые задают мои подписчики, был вопрос следующий. Светлана, а вы не из Украины? Уважаемая Инна, я не из Украины, но с этой страной я связана. Дело в том, что моя мама украинка, а мой папа украинец на 50%. Поэтому я могу
смело заявить, что я украинка на 70%. Следующий вопрос задает мне моя подписчица Анна Суворова, которая, вероятно, постеснялась написать в комментариях под видео и прислала мне на электронную почту письмо. Анна, большое спасибо вам за вопрос и за вашу историю, которую вы мне изложили. Я вам дала ответ. Вы еще, наверное, его не получили. Но отвечу вам коротко, потому что в своих ранних видео я рассказываю историю нашего знакомства, историю наших отношений и вступления в брак с гражданином Турецкой Республики. Со своим супругом я познакомилась чуть более чем 3 года тому назад, а в официальном браке мы находимся чуть более 1,5 лет. Еще один вопрос от моей подписчицы, которая спрашивала меня, сложно ли адаптироваться при переезде в другую страну. Ну, этой теме я хочу посвятить отдельное видео. Это видео выйдет в ближайшее время, поэтому не буду забегать вперед. И еще я хотела бы обратить ваше внимание на один момент. Наверняка у многих складывается впечатление о том, что блогер – это тот человек, который должен выкладывать всю свою жизнь наизнанку. Ну, это дело каждого. Кто-то, может быть, этим и занимается. Я не считаю нужным это делать. Я вам показываю небольшую часть своей жизни. Конечно же, кроме того, что я показываю, существует еще очень много-много моментов. Но это все останется за кадром. На пару вопросов я не ответила в эфире, потому что люди, которые задавали их, просили, чтобы я их не озвучивала. Я, конечно же, не могу пойти против просьбы людей. Поэтому, дорогие друзья, на этом я завершаю свое видео. Такое оно получилось сегодня. Я благодарю всех за внимание. Говорю вам до свидания, до новой встречи на канале «Новая жизнь в Анталии» Светлана Али. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, нажать на колокольчик для получения уведомлений о новых видео. Всем пока-пока!